И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон. Как всегда, отличное настроение, сегодня мы играем в FNAF Co-op. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Все написали в комментариях, чтобы мы прошли первую ночь. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. А мы начинаем. В принципе, уже начали, уже как 31 минута идет. Mm-hmm. Все замечательно. А этот все чувак супер. До сих пор болтает. Вот не надоело? Ребята, может, напишите в комментариях, может, есть какая-то команда Stop Sound или какая-то такая, ну, что-то. Может быть, так и есть, Дима, давай Stop Sound напишем. Не, такой команды он не знает. Я знал, что она не знает, поэтому думаю, помучайся, попиши. Ну что, Димон, давай вспомним, что у нас здесь будет. Сейчас оживет Бонни, они начинают резко бежать и в какой-то момент останавливаются, или просто когда мы пропадаем из виду, я вот так и не понял, когда монтировал. Они двигаются строго по времени. То есть сколько это времени прошло, они подвинулись, потом еще подвинулись, а потом активировались уже, понял? Бежать начинают. Так, давай, короче, будем смотреть, с какого времени начинает нападать. Только давай сдалека, потому что вдруг он побежит сразу. Ну да. Сразу манется. В этот раз нам надо контролировать энергию, чтобы никто не заклеил нашу новую дверь. Потому что в той серии Бонни поставил бошку свою, и энергия растратилась новая. Угу. Будем энергию копить очень сильно. Жалко же, здесь не сделали счетчик энергии, мы бы хоть контролировали его как-то. Блин, мне так нравится антуражная эта пиццерия, крутая очень. А то приходится, Димас, как-то, знаешь, самому думать, сколько энергии. Опа! Слышал? Да, нет. Я не слышал, но я знаю, кто слышал. Ну да, я слышал. Я слышал, да. Все четко. Так, пойду пока по туалетам пройдусь. Опа. Блин, я боюсь, что Бонни сейчас начнет бежать. Час ночи, чувак болтает ровно час. Приветик. Может, есть кнопка отключить? А, Бонни двигается! Двигается? Он уже подвинулся, смотри! Смотри, он как-то по-другому теперь стоит. Может, здесь рандомно все будет? Да, серьезно, Димас, походу это на рандоме все. Пусть напишет в комментариях, как проходить вообще, чтобы легко было. Просто потому что мы неопытные. Раньше здесь прям стоял, вот так вот. Где я сейчас стою, он так вот стоял. Может, кто-то играл уже, проходил все. Не, Димас, я что-то бы... Я не хочу проигрывать просто. Ну, я, короче, да. Где-то в час 10 он вроде начал двигаться. Может, каждый час? Да. А, Димас, он бежит. А, давай быстрей! Ты что, обманул меня? Он двигался, Димас. Он, видишь, ближе подошел, смотри. Мужик! Мужик. Димон, ну, а как мы успеем здесь закрыть или нет? Блин, я не вас. Он реально как-то по-странному. Он, короче, начал шебуршаться так. Ты, Дима, смотри меня, чтобы не застопил. Не, я застоплю. А, не, я отойду. Ты смотрел что с другой стороны? Или давай я с другой стороны? Написали F12 нажимать, и можно смотреть от лица твоего. Ну, давай проверим. Во, я смотрю, как ты ходишь. Ты на меня только что смотрел. Понял. Офигеть, Димончик, это круто. Все, Димас, иди на другую сторону, а тут у меня нечаянно застопишь, и мы так... Все, хорошо. Поиграем, давай. Я хочу выиграть просто эту ночку. Да протащи, мы даже энергии ни разу не потратили. А вот и не надо. И не будем. Я, короче, пристально за ним буду смотреть, чтобы он прям ни разу не сдвинулся. Ты успеешь? Прям. Я отбежать успею, да. Двигается. Нет. Ты, я смотрю, тычково обманываешь. Не веришь, да? Не верю тебе. А я успею забежать за угол. Так, очень напряженно. А если он пойдет в наш офис, зайдет, что он сделает? Он же нас не убьет, мы же живые будем все равно. Ну, да, нет. А может, тут цель такова, что мы должны просто живые быть? Ну да, нам выжить надо, а как ты хотел? То есть, Димас, ты видел, тут в каждой комнате есть двери, и то есть каждую дверь... Мы можем закрыться... Открывать. Да. Да. Да, тратится энергия. Мы можем даже на кухне закрыться, я видел. Да. Да, короче, нормально. В общем, прикольненько. Диман, подсвечи его, я не вижу, мой фонарик туда не добивает. Во, ты прям на лицо ему светишь новое. Да, на лицо. Красава. Слышал, кто-то проснулся. А может, когда на них смотришь, они не идут? Давай отвернемся. Не надо, нет. Давай. Не, я не буду. Он идет к тебе. Да ну. Слышишь этот звук? Слышишь этот звук? Нет, не слышал. А я слышал. Видно, нам, может, по очереди звуки эти кидают. Как будто кто-то канализационный люк на ногу уронил. Ну, бывает. Бывает такое. Это мышь. Короче, когда мы смотрим, они не идут.
Так, смотри, у нас энергия еще ни разу не потратилась вообще. Мы можем потом вообще закрыться в 4 часа и сидеть. Ну, а прикинь, не-не-не, я да, не, да, не да. хочу. Я не хочу так рисковать. А придется. А я не буду. Чё не идет? А ты хочешь, чтобы... Смотри, сейчас в 3 часа, наверное, пойдет, Димас. Вот сейчас, смотри. Давай внимательно, внимательно смотрим. Сейчас станет живым, он сейчас побежит за нами. Ожил! Ожил. Пошел куда-то. Идет. В ту сторону пошел, Димон. Он не идет ко мне, он пошел в ту сторону. Закрывай. Уходит. Он остановился вроде бы, Димон. Вон он, Димас, он прям тут. Смотри. Короче, блин. А, Димас. А он за мной. Отвали. Димас, открывай дверь быстрее эту. Я открываю. Закрывай. Я обосрался. Я сам испугался, они какие-то стрёмные в этой игре. Но мне нравится из-за этого эта игра. Чё он так ходит по стрёмному? Короче, ребят, если вы хотите, чтобы мы следующую серию записали FNAF 3, пишите в комментариях что-то хорошее. Или не, мы же FNAF 2 чё пропустим, что ли? Мне все пишут, что вот самое лучшее FNAF 3. Давай попробуем просто одну. По сюжетке, что там же Димас каждый. Самое лучшее. Пусть напишут, что хотят, то мы и запишем следующую. Димас, у нас же энергия затратится, давай откроем. Все, открываем. Открытая пусть будет. Где он? Иди смотри. А, он же сейчас не будет идти. Кстати, он потом пошел в любое время, не обязательно, чтобы было 3 часа. Может, слышишь? Типа... Слышишь? Не слышишь? Может, он нас, типа, этот, чувствует наш страх? Запах. Открой там дверь, открой, то когда... То никогда. А где он, Димас? Я боюсь, что... Я, Димон, иду, короче, рискую своей жизнью. Нет, я не рискую. Рискуй. Вон он стоит на том же месте, где и раньше. Вон он, слева, видишь? А чё он туда пошел? Я не знаю, а там же вентиляция, как вроде, не? А чё, по вентиляции тут они, я не знаю. Прикинь, он сейчас... Ой. А мы что слышим, да, когда начинает идти, он такой звуки прикольно издает? Лучше на него, конечно, смотреть, палить его лучше. Да, я смотрю, он, кстати, подсвечивается фонарем, его видно. Прикинь, он сейчас этого Фокси разбудит. Да, ногой по лицу, а ну, мужик, вставай! Там, короче, охранники. Помогай мне этих... Говнюков ловить. Они хитрые. А вы что думали, мы такие не из теста же сделаны? Димас, я так сделал, я так застыл, чтобы видеть всех аниматроников. Я и тоже. Подсвечивать Боньку. 4 часа. 4? Может, это самая легкая ночь будет? Это... Нет, Димас, ты что гонишь? Я тут чуть не обосрался от него вокруг столов убегать. Легкая ночь. От него можно убежать, реально? Он как бы типа иногда застает там, типа, ну, как бы застревает где-то. Короче, мне подсказали в комментариях, что можно затащить одним способом. Ты на меня подсаживаешься, залазишь на стол, и они не могут тебя достать. Да. Да. Но это если будет очень сложная ночь, мы эту методику применим, да? Да, читерскую, пока не будет. Ну, а что сделать, пока легко, да. Кстати, Димон, сейчас уже было 4 часа, он не двигался. Кстати, Димас, знаешь, как, наверное, от него можно убегать? Вокруг столов оббегать, но это только действует... Он идет, Димон, он идет! Да не идет он, я смотрю. Да он подвинулся! Да не подвинулся. Да я видел! Да я видел, Димон! А, то ты фонарем по-разному светишь, кажется, что он ходит там. Он подвинулся. Так, подожди, он всегда так делает. Не-не-не, он сейчас дернулся, реально, он сейчас дернулся. Я верю тебе, ага. Я тебе серьезно говорю. Ладно, верю, но боюсь. Подскочил, Диман, короче. Я подойду ближе, так как я очень не боюсь. Нет, Димас, если чего, бегай вокруг стола. О! От одного аниматроника... Диман, я на столе. Если уже будет двое, то, Димас, мне кажется, вокруг столов уже не побегаешь. Давай, мужик, я на столе. Ага. Мне кажется, он достанет меня так. Я не знаю. Ну, если что, я убегу, Димон. Хорошо. Так... Ладно, я боюсь, я буду здесь такое стоять. Такое чувство, как будто Фокси двинулся, но нет. Димон, нет. Ну зачем ты пугаешь так сильно? А чё в первой ночи только один Бонни двигается? Я не знаю. Прикинь, это вообще легко получается. Тихо, сейчас звук был какой-то стрёмный. Я просто боюсь, что сейчас кто-то оживёт. Пацаны, ну вы что? А тогда он двигался, Димас, он в 4 часов он бегал вообще-то. Он там вообще жестко мочил в тот раз, сейчас как-то легко. 5 часов они все двигались, ты говорил, да, там? Да, они резко все напали, и что, надо будет сидеть там в нашей кибитке. Димон, я слышу, кто-то шуршит. Это мыши, Димас, крысы бегают. Это другие аниматроники, может, оживают?
не масса. А вот давай, знаешь, что сейчас, иди сейчас, короче, к, где я стою. Сейчас попробую подойти к нему близко, чтобы он начал двигаться. Ну давай. Давай, Димас. А то как ты, знаешь... Не крипово вот, получается. Если что, будь готов, закрывать те двери, Димас. Закрывайся, если что, будь готов. Давай я закрою сразу одни. И эти закрой, как ты скажешь. Не-не-не, Димас, а вдруг сейчас энергия потратится. Блин. А, он перемещается. Он тэпнулся, Димас, он тэпнулся куда-то. В смысле тэпнулся? Он так тэпнулся, может? Тэпнулся, он прям взял и телепортировался. Да блин, так нечестно. А вот он, около Фокси, он прям рядом с Фокси стоит. Точно, да, сейчас с ноги в лицо кому-то. Вон он, я прям его смотрю. Я вижу. А, Димас, он за мной. Закрывайся. Я видел. Он, я прям перед ним помаячил, он за мной начал бежать. Блин, какая-то страшная это очень ночь. Они какие-то здесь... Они не по времени ходят. Димон, уже на сцене нету еще одного. Он бежит к тебе, он бежит. Димон, еще одного аниматроника нету. Чика еще бегает. Я камеры поклацаю. Димон, мы затащим по-любому. А че я один бегаю? Потому что мы затащим, я хочу посмотреть, какая будет заставка. Ты, Димон, там спотыкался. Димон, ты скажи, я открою. Не-не-не. Короче, осталось чуть-чуть. Короче, Димас, к тебе Чика побежала. Ура, мы прошли. Солнышко светит. Наконец-то мы посмотрим эту пиццерию при свете. Димон, она крутая. Эти птички поют. С Димоном мы прошли FNAF 1. А где Бонни с Чикой? Куда они делись? До сих пор дождь идет. Так. Они где-то в игровых в автоматах, наверное. Вот, да, тут Бонни, смотри, в игровых автоматах. Так, я иду. Куда это идти? Сюда походу идти. Ночь. Бонни, наверное. Ночь Бонни. Чисто один. Так и Чика тоже. Мне кажется... О, Чика стоит. А где ты? Возле нашего кабинета иди. А, все, смотри. Загрузка. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще раз, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.